Всем привет, дорогие друзья! Снова салют! Это же The Station Watch. С вами Владислав, готов нам рассказывать про следующую кампанию Battlefleet Gothic Armada 2. Именно. Про человечков, всяких этих мясных мешочков рассказали. Про металлических, но не менее мясных мешочков некронов рассказали. Остались тираниды и хаос. Сегодня расскажу о тиранидах, о вот этом неведомом тараканьем рое, который желает пожрать все и сделать себе огромный мегакусь. Ну и нормалды. Да, и как обычно, всегда все начинается с пафосного ролика. The Tyranids, the great devourer. In all the stars, there has never been a Xenos race more inimical to the survival of mankind. Indeed, they are the bane of all other life. Their origins are but poorly understood. The stuff of rumor and supposition and nightmare. The adepts of Mars believe that a single unknowable consciousness guides the high fleets about their voracious purpose. This consciousness knows only unquenchable hunger. Hive ships serve as synapse nodes, spreading the influence of the Tyranid hive mind across the stars. Such is the hive mind's suffocating will that the warp is distorted for light years around. Confusion and terror spread before the hive fleets advance as dreams darken and madness spreads. As the hive fleets advance, the suffocating embrace quenches the Emperor's light and drowns doomed worlds in psychic shadow. But the greatest threat comes from within. Foul creatures known as gene stealers infiltrate unvigilant worlds. A patriarch arises from the population's subverted flesh and projects a psychic beacon to draw the hive fleet ever closer. As the gene stealer cult grows in power, they emerge from the shadows of their benighted world. Civil war rages, shaking the planet asunder. Then the skies darken with spores and the High Fleet's voracious tendrils. The cultists exult at the fulfillment of prophecy and their ascension into the light. Their delusions die with them. There are many High Fleets, each but a facet of the immeasurable Tyranid threat. Leviathan is the greatest. And has wrought ruin on a scale never before witnessed. Though the great rift arising from Cadia's ruin has severed many of Leviathan's tendrils, many more remain. Even now, one is surging towards the Eye of Terror. Тот момент, когда адмирал Спайр сражается с поборником Нургала Мальтриусом, если ты не забыл, такой, у которого нургики в бассейне там прыгают, и вот это вот все. И перед самой смертью Мальтриуса он хочет сказать, что там не имперские, и все взрывается, такие нурлики, нет, маленький лорд, такие в костюме, такие уи, как можешь помнить в Футураме Бендер, такой уи. Он взрывается, а флот Империум занимает оборонительные позиции и сканирует систему, чтобы понять, кто же это к нам пожаловал. И Магас Краун подтверждает, что это флот тиранидов наконец-таки вторгся в нашу систему. И начались контакты с кораблями пришельцев то тут, то там. Близкий контакт, близкий контакт! Да, причем это еще только самое острие атаки тиранидов. То есть, понятно, это не огромные биотитаны, не кусочки щупалец, ули, это такие, ну... Фрегаты, легкие крейсера, крейсера такие небольшие организмы, но все равно здоровенные и зубастые, и с огромными анусами вместо ртов во многих местах, с зубами, прошу заметить. Ну, знакомые такие есть, нормальная тема. Да, и Империум понимает, что он все больше и больше проигрывает, потому что тираниды наступают, уже прям вгрызаются в флагман его праведная защитница, тот самый
крейсер класса лунный, и адмирал Спайр решает покинуть корабль, не как все капитаны умирать вместе с кораблем, а покинуть, перегруппироваться, но обращается ко всем тем, кто услышит сообщение, что нападают тираниды, флагман мой потерян, столкнулись с передовыми силами, и объявляет красную тревогу высшего уровня по всему сектору Белискарона, и что всем боеспособным кораблям перегруппировываться в определенных системах и не геройствовать лишний раз понапрасну, умирать тоже никто не хочет. Мы захватываем систему Белискарона и как раз таки про механику тиранидов рассказать. Тираниды очень любят кушать. Когда мы захватываем систему, через 3 хода она перерабатывается в полезную биомассу. Ну и как ты думаешь, наверное, есть миры полезные, миры средней полезности, такие средненькие, худшие миры. Кто-то дает огромное количество биомасс, те же самые планеты Ульи, Хайворлды, планеты-кузницы. Есть планеты или астероиды, или объекты, которые вообще переварить не представляется возможным, или в этом нету особого смысла, потому что ну, ты потратишь столько же сил на его переваривание, сколько он тебе даст. Ну и какой смысл, можно просто не переваривать. Ну это как есть этот, как это называется? Еда, короче, как же она? То ли брокколи, то ли шпинат. Шпинат, по-моему. Ты, короче, когда его ешь, ты калорий тратишь больше, чем приобретаешь. Серьезно? Да. Я не знал этого. Ну вот для тиранидов есть некоторые объекты, вот такие как брокколи, то есть... А переработать, например, целое кольцо металла, ну, такое себе, не очень вкусное занятие. Причем там даже дальше будет интересный такой момент, что тиранидам, в принципе, без разницы, что переваривать, но у него есть вот этот вот остаточный, немного можно назвать его эмоциональный след, он не очень любит переваривать космодесантников. Потому что, как мы знаем, что у космодесантников вот эти вот всякие ядовитые железы, усовершенствованные органы, кровь, и он такой переваривает, такой, ну, типа, приятно, такая остринка легкая, такая, есть же испытание «Самое острое чипси». Вот тут так же скушал флагман космодесанта, такой, водички бы скоро попить. Но захватываем систему Белискарона, начинаем ее потихоньку ассимилировать, переваривать, пускаются эти отдельные биокорабли-трутни, которые вонзают своими щупальцами, начинают выпивать планету по факту. И через синаптические маяки засланных шпионов-генокрадов, такая же вот система, я буквально вот вчера был стрим про комиссара Каина, там есть вот, конечно, понятное дело, такие гибриды, третьего поколения, все такое, а есть просто зараженные люди, которые выглядят как люди, но в определенный момент, опа, берутся под контроль, потому что у них специальные такие зараженные импланты, которые там в костный мозг куда-то имплантируются. И мы как раз-таки слышим разговоры. Ну, типа ты познакомился с кем-нибудь в баре, короче, да. Вы с ней козырно потусили, а потом такой... А наутро ты генокрад. Да. И слышим разговоры о командовании Империума в данном секторе. Там Инквизитор Даркхаммер, наш знакомый, краски вещает, что надо сосредоточиться на угрозе хаос. То есть тиранидов пока не рассматривают как какую-то вообще, в принципе, стоящую угрозу. И, кроме всего прочего, Магаса Нумериан обнаружил вот этот вот огромный космический вот левиафан, который краски передает синаптические усилия роя тиранидов. А мы такие, не будь дураками, такие, так, полетели-ка его защищать быстро. Хозяин приказал. И вот опять-таки, как я говорил в конце ролика про Некронов, про компанию, и сейчас, во-первых, каждой фракции, каждым флотом командует какой-то уникальный, ну, командир, капитан, можно так сказать, то есть там космодесантник, какой-то магас. Тут у тебя нету, в принципе, уникального как такового командования, и, во-первых, у тебя все флоты там Зю, Хи, вот так вот называются там супер огромными длинными символами, и огромный плюс, во-первых, тиранидов, точнее их два. Первое, когда ты поглотил систему, тебе абсолютно без разницы, что с ней будет дальше, захватили ее враги, ты ее уже скушал, все, она тебе больше профита не принесет. И второй, все специальные операции можно проводить абсолютно любыми флотами тиранидов, потому что любой флот тиранида это по факту главный герой является. И не надо какого-то определенного тиранида через всю карту вести, чтобы это видели специальную операцию провести, как у остальных фракций. Ну это логично. Да, это огромный плюс. Ударные силы Империума уже окружили вот этого нашего титанического монстрика-бегемотика, из него уже сукровица течет, часть щупалец нету, атакуют их Магас Верин, капитан... О, господи, потек и хор! Да, потек и хор. Капитан Телемарк и лорд, капитан Тевиус. Вступает пока что только сам Тевиус, поскольку механикумы, они очень точные в своих расчетах, но они промахнулись на немножко большое количество данных, они такие сейчас, ой, быстрее, мы случайно не в том месте из варпа вышли. Но... Матка очень сильно, правда, повреждена, и она прям на последнем издыхании... Не, а механикус-таки, не знаешь, у него такая карта здесь сектора, ну, типа он ее держит, они выпрыгивают из варпа и такие, блять, мы не в том месте, как так-то произошло, механикус такой? А-а-а, да, точно. Ну окей. И мы уничтожаем все эти передовые отряды и космодесантников, и механикусов, и имперцев, там, ну, даже имперцев потом приходят, мы их тоже убиваем, и, как потом рассказывается, что... Эти люди навечно стали хранить свое молчание.
Магас он умеренно отчитывает инквизитор за всю эту херню, то, что как бы ты нашел, и ты ничего с этим не сделал, как ты вообще это можешь объяснить? И Даркхаммер, мы же знаем, что он такой иронизирующий парень, он подстегивает их за вот эту хваленную мощь, которую вы всегда хвалите, что вы идеальные люди, всем просчет, а по факту вы никто, получается. И Немезис Тессера, это локация выше Беллискарона, теперь подвергается риску, потому что тираниды скушали Беллискарон уже всю, им надо расширять дальше, потому что вечный голод постоянно их подстегивает. И вот тут опять-таки интересный момент, вот почему вообще появилось вот это вот выражение, можно сказать, у остальных, что вот им жаждет постоянный великий голод. Потому что, ты представь, когда у тебя огромный флот, все равно же происходят какие-то процессы. Там надо поддерживать жизнь в миллиарде этих всяких организмов, то есть даже поддерживать этот питательный чан, из которого потом, возможно, будут рождаться новые тираниды. Плыть, давать себе ускорение нужны тоже силы, и если флот тиранидов будет очень долго не кушать, он банально просто как живое существо погибнет. Поэтому ему и нужно постоянно кушать. Выходит на связь. Так, а то, что смотри, у нас то, что у нас нет доступа к варпу и прочему, это как-то сказывается на нашей скорости перемещения? Вот как раз-таки да, хорошо вспомнил. Интересный момент. У тиранидов самая маленькая скорость хода вот самих флотов. У них изначально всего один ход в... Ну, то есть у тебя вот глобальный ход есть на всей карте, а есть у каждого флота количество очков, которые он может сделать через систему. У тиранидов изначально один, когда у всех остальных три. Но... У тиранид не будь дураком, есть специальные улучшения, когда ты скушаешь определенную планету, в итоге к концу игры, когда тоже супер развитый вот этот мега-мозг, у тебя целых три будет хода, но это надо прям вот нужные планеты, очень хорошо их прям сожрать, прям плотненько, после этого ты обнаружишь так называемый древний геном там древних тиранидов, что когда-то, там тысячелетия назад уже сюда разведчики тиранидов залетали, это вот типа осталось что-то от них. Ну, это такая больше игровая условность, все-таки как талант. Ну, понятно, да, чтобы тебе до конца игры по одному ходу да. не делать. И тут связь выходит инквизитор с инквизитором, вот с тем, с Дархаммером. Истерично вот этот кардинал Стэнхель, такой, помнишь, дедушка 500 лет. Которого что... эвакуировать надо. Да, было. Он дергает руками, бегает кругами. Говорит, что все очень плохо, тираниды уже близко, пожалуйста, спасите, помогите. О, Дархаммер такой смотрит на него, как на дурачка, и типа призывает к его доблести, к его чести. И что флот, конечно же, уже в пути, но возьми, черт побери, себя в руки и... Не паникуй, хотя бы банально. Но флот не успевает до него долететь. Потому что когда он прилетает, видишь, что уже от планеты обугленный шарик такой высохший остался. И мы также пожираем всю эту систему Чимослома, где и находится кардинал. При этом есть очень интересный факт, что... Опять-таки, вот я как говорил, есть вот эти вот важные системы, и когда ты вот скушаешь эту систему, тебе даст вот этот талант, и тебе его не надо удерживать. И после съедения кардинала ты можешь ходить по воде. Практически. Да, и вот опять-таки, даже если эту систему с этим талантом захватит, все, ты ее уже скушал, она уже твоя, и поэтому ни на что не влияет, и это очень, после всех тех кампаний, очень классно в это играть, потому что тебе, черт побери, не надо думать вообще о том, что происходит дальше, ты живешь сегодняшним днем, радуешься жизни твоей, а не думаешь, что ой, вот когда, и тогда вот это все. Также... Даркхаммер уже на все это смотрит, он лично прибыл, да, ну, тиранидов уже нет, они мы дальше куда-то отправились потихонечку. Он вставляет втык адмиралу Спайру, что вот типа вот, Жалиман в этот момент держит Кадианский сектор, а вы, видите ли, не смогли с какими-то сраными жуками справиться, и уже две системы полностью пожраны, потеряны для нас, и они уже нацеливают свои зубы на и щупальца, вот эти темные, на Белиал-4 и Медузу. Белиал это где Эльдары, Медуза где космические десантники. И сразу... После этого Спайр активизируется и собирает такой импровизированный военный совет между ним, непосредственно неким Автархом Ирамахрой. Это такая девушка Эльдар, правда, синий-желтым мир, навскидку, Алайток, по-моему, если я не ошибаюсь. Свитой Эльдаров и Ниада, как раз, ну, то есть, понятно, она в цветах Крафт Ворлда, но уже служит и Ниаду, там, и Врейн, вот этому богу смерти, все в таком духе. И наш уже тоже знакомый капитан Синд Гралвох из «Железных рук». И они понимают, что, во-первых, между ними, конечно, существует прения, между Эльдарами и Империумом, как вот Виктор очень хорошо отметил, помогаешь Эльдарам всегда, они тебе ничего не дают. Но ради выживания стоит объединить усилия, и они очень поступают мудро. Каждый начинает оборонять тот сектор, где он находится, то есть космодесант Медузу, Эльдары, соответственно, свои вот эти древние умершие миры от Сланиша. Но сначала, как вот рассуждает потом... Имперские историки, что великий разум решил сожрать железо, прежде чем поглотить плоть Эльдаров.
и насладиться их душами. Поэтому мы отправляемся на Медузу. И несмотря на огромный героизм всех защитников, несмотря на их улучшенные железные тела, огромные боевые баржи, несмотря на это огромное железное кольцо вокруг Медузы, которое отстреливает... то, что на вкус они ну такие себе. Да, все было переработано в биомассу. Как потом также отмечается, сначала вот, например, лежит десантник мертвый. И помнишь, у них вот есть такие маленькие жучки, которые как раз-таки такие, как потрошители, они, ну, они все подряд типа, переваривают. Да, они как раз-таки переваривают, после этого вот этот корабль уже высасывает то, что пожрали эти маленькие жучки. И вот лежит тело, сначала у космодесантника жрается плоть, а потом уже жрается металл всех его имплантов. Угу. Они же любят это все делать. И мы пожрали Медузу, а Астартес во всем секторе были уничтожены, и от них больше не было ни слуху, ни духу. Иеромарх, через какое-то время, который, ну, точнее, это она, Иеромархесса, я не знаю, как ее можно назвать, как Андрей любит именитивы, да. Несмотря на все эти предостережения, которые колдун-советник, который был рядом с ней, некий инсайден, почти как инсайд, рассказывал, что нельзя быть самонадеянным, то, что нельзя недооценивать великого пожирателя, это тоже не помогло, эльдары тоже пали в тот момент. И последнее, то, что происходит в этот момент, и Фрейн, которая, знаешь, сидит на своем корабле, она чувствует, как вот эти холодные когти ползут сквозь пустоту и скребутся прямо по ее мыслям, уже хотят проникнуть в них. А Элдари недооценили свирепость тиранидов, и это напрямую теперь угрожает их миру кораблю. Но рядом, в соседних системах, орки, веселые зеленые ребята, они такие, ну, зубастые твари, да что вообще? Они давят юдишек, самое правильное решение. Что я тебе приказал? Надо давить не юдишек не в космосе, а давить юдишек на планете. Зачем ты это все делаешь? И, конечно, они спорят о том, что вообще надо и как это делать. Но мы-то не будь дураками, потихонечку все дальше и дальше. А поскольку, опять-таки, это все в реальном времени, наши корабли без варпа, мы очень медленно дрейфуем, но достигаем уже системы Калибан. Начинаем поглощать, пожирать ее. И происходит совет между Иврейном и Адмиралом Спайером. И поскольку оно все это рассказывает про щупальца... знаешь, там такое тоже витиевато эльдарское, что щупальца актуальных забот плотно обвились вокруг наших шей. И Иврейн просит помочь нашего адмирала Спайера, потому что нам обоим угрожает угроза великого пожирателя. При этом, опять, наш знакомый жало пустоты во всей бочке затычка Эльдратейн говорит, что вообще, в принципе, это очень удивительное время, в котором он видит корабли Империума, которые защищают эльдарский мир. Удивительное время. Да. Визарх очень всем этим недоволен, но у него нет выбора и приходится со всем этим мириться и соглашаться, что какие-то обезьяны люди помогают им защищать их великий мир. При этом принц пиратов всячески пытается издеваться, поддевать, провоцировать биокорабли тиранидов, но великий герой, ему не свойственны эмоции, ему вообще без разницы. Он фокусируется только на своей цели, это пожирание, делает это максимально эффективно. Опять-таки, тираниды, которые контролируются мысленными приказаниями вот этого великого роя, они не тупые, не бессмысленные животные, у них есть тактика, у них есть стратегия. И постепенно... А есть механики, которые типа как раз-таки реализуют вот эти штуки, что ты типа ты получаешь приказы от разума Улья? Ну, то есть ты можешь там как-то, там, не знаю, у тебя может связь там с ним прерваться или еще что-то такое? Нет, такого на уровне ни механики, ни сюжета тут нет. Uh-huh. То есть смотри, ты, получается, как бы защищаешь свою вот эту вот огромную матку. Если ты ее потеряешь, все, просто компания закончится. Понятно, да. А если нет, то типа все, тебе просто дают приказы. И как бы по факту тут ты, игрок, являешься разумом Ульи, и вот это вот все. Но по факту какой-то вот, как ты говоришь, прям механики, такого ничего нет. То есть механики связаны именно с разумом? Нет, нет, такого нет, к сожалению. И вот ему как раз ведом вечный голод. И становится очень большая неожиданность в этот момент для разума флота Ули, что адмирал Маликор, один из заслуженных адмиралов Империума, они устроили засаду в газовых облаках, короче, помогают, пытаются эльдарами. Но мир-корабль все ближе, ближе, начинает подачу энергии на эти свои орудия, тоже стреляет. А там очень интересный момент, у тиранидов как таковых нет щитов, у них есть вот эти вот био-маленькие организмы, которые своего рода щит создают. Ну, живой щит, скажем. Да, и когда по ним стреляют эти орудия, они просто перед кораблем такую стенку создают, от которой снаряд как бы взводится и не наносит урон самому кораблю. И... Активная защита. Да, буквально спустя 20 минут был пожран флагман адмирала Маликора. Огромное существо просто взяло и проглотило его полностью, начав потихоньку переваривать, и за следующие 20 минут от корабля тоже не осталось ни одного маленького кусочка. Потом принц пиратов Эльдратейн, который больше всех бахвалился, один из биокораблей просто откусил ему мостик вместе с этим пиратом, и его дрейфующий корабль продолжил дальше по инерции лететь куда-то в пустоту.
И но, даже... кстати, я вот не помню, как это выглядит в Империуме. И просто фишка в чем? Допустим, в «Звездных войнах», да? У них есть всегда, ну, типа, мостик вот этот, там вот, допустим, ты представляешь, что это треугольный этот, ну, у них да, есть мостик. Стар-дестройер, да. Ну, если, у них есть дублирующий если мостик будет уничтожен, корабля. Да, то, типа, есть запасной всегда нет, мостик. А тут такая же механика, у тебя же тоже есть мостик как настройка игромеханическая, если его уничтожают, ты перестаешь отдавать приказы, но корабль-то у тебя не уничтожается, он тоже продолжает двигаться. Нет, тут это сделано именно просто для красивого сюжетного момента, то, ну, что, видимо, они уж там все умерли от абордажа генокрадов и такой вот красивый жест. Так... Тут тоже абсолютно, если уничтожается мостик, корабль продолжает функционировать полностью. Ну вот, хорошо. Это, да, ну, и, не будет, и не будет такого, что в тебя врежется истребитель, ты 19-километровый елда, ты упадешь просто. И даже великий Визар, который больше всех бахвалился, вот это все, не смог сдержать великий разум тиранидов, и началась постепенная ассимиляция корабля, переваривание его прямо на живую этих костей, этих душ, этих ветвей, и, конечно же, толпы тиранидов, которые вторгаются, про это даже, по-моему, одна из книжек есть, не про этот именно Крафтворлд, конечно, а как тираниды, в принципе, на Эльдаров нападали. Не думаю, для них есть Крафтворлд, это как есть, знаешь, какой-нибудь тем Амара большого, что ты там эту кость разламываешь и начинаешь вышашивать вкусняшку. Да, там же, причем, по-моему, кстати, один из флотов тиранидов-то, он стал обладать огромным психическим потенциалом, когда вот Эльдаров один из миров пожрал, там потом целый, по-моему, кампейн, как его этот флот пытались уничтожить. И смотрим ролик по падению Эльдаров. Эльдари Сиэр скрайд desperately for a future that offered a glimpse of hope, but found only despair. После такой вкусной, но такой мимолетной трапезы для тиранидов мы слышим обращение Рабаута Желимана. Опять-таки, тут это сделано так, что мы это все слышим, но это вот подается через вот этих вот зараженных как бы агентов, которые находятся где-то неподалеку. Да, и это, знаешь, не уровень того, что типа, а вот я костенел, давай попробую убить Желимана. Нет, он просто стоит такой где-то. И это слышит потом и передает это в прямом эфире разуму Улья. Он вообще Желиман... Нет, ну это, как бы, я считаю, адекватная система подачи сюжета, потому что было бы гораздо страннее, если бы тебя тираниды между собой общались. Да, да, тут, ну, такого нету, они просто вот, типа, незримыми вот этими импульсами общаются. И Желиман рассуждает о природе Эльдара в этот момент, о их непостоянстве вообще, и что мы, как Империум, сражались бок о бок с ними столько же раз, сколько сражались и против этой ксеноугрозы. Но, несмотря на все это, они заслужили лучшую судьбу, чем быть поджженными огромными космическими жуками. Теперь галактика оскуднела без них, а нам придется сражаться с тиранидами уже в одиночку, потому что союзников как таковых, кроме Эльдара, у нас в принципе никаких уже не может быть. А еще рядышком такие парни-орки все-таки летают. Разум Улья это начинает раздражать. Они вот как надоедливые насекомые, которые где-то на периферии твоего сознания, но они раздражают тебя. Ты знаешь, ты открываешь холодильник, у тебя там куча всякой еды, и где-то там в углу стоит банка уже полгода с маринованными огурцами. И ты такой, блядь, ну... И там один огурчик такой на тебя прям смотрит. Да, вот он в рассоле, сука, плавает. Ты думаешь, ну, конечно, надо бы доесть. Ну, блядь, ну, ты здесь же столько вкусняшек, может, я сначала их съем. Капитан Возрок, тот самый, который охотится за космическими хитами, ему хитами, дает ему задание как раз-таки. Найди для меня вот этих космических титанов. А для тиранидов это такой огромный плюс, потому что они и то покушали, и орков покушали. Как отмечает, кстати, тиранид, эти космические титаны, они достаточно питательные, очень вкусные. И даже некоторых из них удается, поскольку тираниды как бы берут ДНК всех тех, кого сожрали, они даже смогли как-то приспособить это для своего флота, чтобы сделать его более бронированным. Потому что у них вот эта огромная лобная кость, они усилили защиту своих кораблей. У большого босса начинается вообще небольшая паника, в принципе, поскольку он выходит на связь с пацанами, они не отвечают. Он спрашивает у других пацанов, что случилось, они говорят, а их сожрали. И так, типа, везде-везде потихоньку гаснут эти данные о орках. И Бодрака уничтожили, остроухие, а остроухих пожрали тираниды. И... Все такие, твою мать. Ладно, собираем огромный ворочий кулак силы на Мордоксе Прайме. Но другие наши осколочки флотов, которые мы же, опять-таки, мы не дураки, чтобы идти по одному направлению, мы разрастаемся во всех. Другое щупальце преследует имперцев до сектора Скаруса, там, где Сыны Злобы как раз-таки вот базируются. А точнее, адмиралу ту самую Ванессу Каталью, которая на своем флагмане боевой группы Серебряная Заря. Она... сопровождает беженцев из сектора Скарус. Ну, конечно, среди беженцев уже есть засланные генокрады, которые потихоньку там потирают свои наглые ручонки, чтобы на все это наложить дело. Камбрий, фабрикатор, тоже один из главных героев Империума, связывается с ней и говорит, что мы обязательно поймали ваш сигнал, мы его заблинговали и уже бежим вам на помощь. Вот он, как говорится, надейтесь на славу Амнисии. И все-таки, блядь, нам точно пиздец. Да. И пока корабли, мы тоже чувствуем это вот скопление биомассы, в Скарусе мы летим потихоньку к нему.
основной вот отросток нашего щупальца решает разобраться с орками наконец-то. При этом там очень весело все. Вот огнежок, который из злых солнц, он настроен так весело, оптимистично, что наконец-то мы хоть с кем-то нормально постукаемся и подеремся. И, конечно же, он рассуждает о том, что корабли, покрашенные в красный, во-первых, конечно, летают быстрее, но огнежок устремляется в пасть врага, рассуждает о том, что, блин, это, конечно, не с людишками стукаться, потому что там твердая почва, ты можешь залететь на корабль, залутать что-то, а тут ты попадаешь в какую-то непонятную биомассу, с какими-то ребятами сражаешь, но все равно это очень круто, очень весело, наконец-таки. Правда, его немного пыл поубавляется, когда его сожрает в итоге один из кораблей. И разум Ули-то при этом всем анализирует врага, он посылает такие импульсы, думает все об этом. И ему становится даже в какой-то момент немного любопытно, потому что орков достаточно сильный геном сам по себе, и если его поглотить, в принципе, можно улучшить рой. Как, может быть, ты играл, и знаешь, в Старкрафте за зерков у них есть такой абатур, который раньше было не нужно, теперь стало нужно. У них там главный генетик, он типа зерков там из ДНК сплетал. Вот тут то же самое, он такой думает: о, отличные ребята, беру. Заверните пару тонн килограмм, пожалуйста. Ну, и орки — это как бы типичные овощи. Да, не очень вкусно, но полезно. Да, и напомню своему пожженному собрату стремится золотозуб из плохих лун. Как говорится, богато, хорошо стреляющий желтый псих, сам он себя называет. А потом еще и безумный рык из кровавых топоров тоже вступает в бой. Но только за 10% от добычи, которую они получат. Самый хитрый и умный, и самый умный из хитрых, как он сам себя называет. Но это же тираниды, а это глупые орки. Один, второй, третий, все они были пожжены. И появляется большой босс, Близрипа, Молот Горка и военный вождь Кровохарк. Из гофов они... Что придумали орки? Они решили поделить шкуру неубитого тиранида до того, как его убили. И начали грызться между собой, конечно же. Но классик. Нам это на руку. Мы присосались, растворили эти... Ну, то есть знаешь как? Наши корабли, понятное дело, намного меньше космических скитальцев. Что придумали? У главного вот корабля, у некоторых тиранид, вот эти вот... когти, щупальца, как бы, которые перед ним, они вот так сводятся в стрелу, зарезаются, раскрывают эту дырку, там выпускают кислоту, которую ставят, и уже туда запускают всяких типа своих биоорганизмов. И это такая гигантская абордажная капсула. Да, сама по себе. И орки погибают, смотрим конец ролика орков. And the orcs, belligerent to the last, they hurled themselves into one last raucous battle. А наш второй вот отросточек малюсенький, все летит в этот сектор с Каосом, прям уверенно хочет вот заполучить его. Адмирал Каталья наша продвигается в этом заполненном, там очень такое красивое, ну, космическое что ли действо, что у тебя кажется, как будто везде вода. Но это не вода, это просто так отражается свет от одной из туманностей, но кажется, что в каком огромном синем пространстве плывешь. Типа в туманности красивой. Да, но тут именно, знаешь, вот не туманность, а именно тебе кажется, что космос сам преобразился, как будто вот в такой сладкий голубой цвет. Наполнено причем плазменными медузами все это. Веселые медузы. Да, благодаря синапсам мы слышим переговоры коммодора Ляня, майора Разима и самой Ванески Катальи. Мы чувствуем их страх, как они дрожат, их панику, их безнадежность, и мы упиваемся тоже всем этим. И с каждым потерянным транспортом вот этот командор Лянь все больше и больше паникует, делает неправильных решений, а разум Улья сообщает, что... Точнее, Разим вот этот вот сообщает, что связаться с Камбрием не получается. Короче, киданул он их и использовал как приманку, по всей видимости. Бросил их умирать и... вдоволь покушав всех транспортников, а генокрады, как говорится, вознеслись к своим звездным богам, они были очень рады, наши культы только усиливают связь, и мы слышим диалоги даже уже из соседнего сектора, потому что там уже поднимают голову вот эти вот, ну, восстания генокрадов, эти, у них патриарх же, по-моему, вот главный, который синапс, он краски такой тоже усиливает, показывает нам, подсвечивает, куда можно идти. Камбрий спрашивает у лорда, командора Желимана про Чинчары, что там вообще сейчас происходит. Но Регентеры не очень оптимистично рассказывают, что змей Абадон заполз обратно в свое логово. И у него есть встречный вопрос к Камбрию про тиранидов. Но тот как бы неутешительно рассказывает, что там как бы Искарус, Скелус уже как бы все, их больше нету. Адмирал Каталья умерла, к сожалению, но она дала нам небольшую передышку. И очень большие неутешительные выводы из этого всего следуют. И разум Улья даже улыбается всему этому немного, что все они в итоге будут пожраны. Настолько близко, что даже Абадон бежал не от имперцев, в первую очередь, а от ксеносов безжалостных. Разум все так же
покушал, но он не насытен. Как это всегда и бывает у тиранидов. Он смог забросить небольшие споры в само око ужаса, в сектор Эйдолон, благодаря чему мы даже уже хаоситские разговоры слышим. И, кстати, забыл еще сказать, интересна такая механика. Ты можешь сам вот прям забрасывать вот эти вот, ну, генокультские ячейки на планеты, и там есть такая шкала развития. Чем больше ходов ты не захватываешь систему, тем больше для тебя каких-то плюсов. То есть, знаешь, там сначала, типа, развитие там, что патриарх появился, там, например, моральный дух снижается. И если совсем все плохо, через какое-то время просто прилетает космический скиталец, набитый тиранидами, и планета автоматически передается под твой контроль. Ну, прикольно. Вот, ну, то есть, некоторые планеты можно пассивно заходить. Да, но тут это, знаешь, наверное, для чего сделано, потому что ты жрешь, получаешь биомассу, ресурс, чтобы производить корабли. Но ты же не получишь их второй раз. И бывает даже, когда моменты в ходе потери кораблей, что у тебя просто нету денег, чтобы построить новые корабли. У меня тоже такие моменты были. Мы слышим хасидов, самого лорда Абадонна. Он спрашивает своих советников, что же слышно о великом пожирателе. Лорд-исказитель Загнитан, тот самый, говорит, что он снедается голодом, и он не может оторвать свой взор от Чинчара. И наши войска отступили и смогли спастись. Абадон такой, ну, коготь самодельском. Да, тогда мы выждем. Пусть один наш враг поглотит другого. Лорд-осквитель Скирак, войнерожденный Нурглит, говорит, что изощренный план подлизывается, короче. Гениально, господин, гениально. Желиман еще не приходилось лично сражаться с тиранидами, и его приемы могут оказаться весьма интересными. Ну, это правда, то, что Желиман лично еще никогда с тиранидами не сражался, сражались его только парняги во время защиты Ультрамара. Угу. Ну, потому что в то время, когда Желиман мог сражаться, тиранидов еще как бы не слышал. Никто. Да. Лорд-губитель Трексас Дитиада орет, что нет, мне была обещана великая бойня, гора черепов и реки крови для Корна. Я не стану бегать от боя. Абадон на него смотрит такой, типа, взглядом на тысячу ярдов, но ты именно так и сделаешь. Или я твой череп первый возложу к трону из черепов. Проходит 3 тиранских дня с этого момента. За это время весь сектор Чинчара был пожжен и высосан, словно сок из пачки с трубочкой. О чем говорит лорд-очиститель Даврам Корда, который за всем этим наблюдаем, и говорит, что все силы имперцев отступили к Кади, к Кадианским вратам. Абадону это даже нравится, это выглядит весьма неплохо. И уверен, что Желиман победит тиранидов, и после этого мы уже сможем на него напасть и одержать безоговорочную победу. А Спайр отвечает Корда. Интересно, какие планы у судьбы на его счет? Может мне спасти его еще разок? Это было бы весьма любопытно. Мне он нравится, когда он живой, чем он мертвый. Но это тот самый, который Спайра абордажировал в первой БФГ. У Трекса подрывается пердак, он не может уже сидеть, у него, видимо, скипидаром там все намазано, и он хочет плыть в битву, наплевав на приказы воителя. И Корда готов привести этого непокорного ублюдка в цепях, или даже по кусочкам, если это разрешит Абадон. Но он не приказывает, не отдает этот приказ, потому что этот дурачок погибнет и сам в руках великого пожирателя. И поборник Хорна, великий такой терминатор в черных доспехах, некий Маленкотор ГУЛАГ, который выводит корабль Корды на дистанцию атаки с роем тиранидов, который на самом деле просто чилит и смотрит на них как на говно. Такой, ну окей. И в какой-то момент корабль Трексаса даже сильно повреждается. Идет очень сильно долгий бой, но Маленкотор, несмотря на то, что он Кхарнат с гвоздями мясника, предлагает, может, отступим, лорд Трексас. Что если даже Кхарнин говорит, что надо бы отступить, дело серьезное. Ну как ты думаешь, что он делает? Говорит, конечно, в атаку. Нет, он разрубает сначала его на две части своим огромным мясницким топором цепным. Угу. После этого, конечно же, он везет в атаку, но, как описывают потом наблюдатели от хаоса, которые, ну, вот этот же, который Корда наблюдает всем, он там колдун, прозревает это все, не осталось даже черепка ни от одного из хорнита, не осталось даже черепа, который украшали его корабль, все было пожжено. И бог крови не получил ничего в тот злосчастный день. И Хорн такой, да, бля. Да. Он докладывает об Адону, этот Зектан, что открылась так. Смерть и уничтожение для его флота. А потом приказывает всем отступать в свои твердыни, надеясь, что их не успели учуть из-за этого дурачка. Но Рой успел понять, где они, учуть и взять след прямо на око ужаса. И направиться прямо в сектор Эйдолон. Что, кстати, интересно, с многими проблемами у тиранидов проблем никаких не было. Ну, Мидгардия, Мидгардия, ну окей, допустим. Но с планетой Чумой как быть? И для разума Ульи это был очень интересный вызов вообще, как это произошло. Потому что какая суть?
А, тираниды же очень быстро эволюционируют. Но у Нургла это миллиард болезней, и это по факту была огромная гонка, кто быстрее кого переэволюционирует. Короче, типа, это, либо ты иммунитет выработаешь, либо сдохнешь. Да. И, как ни странно, тут победили тираниды, и они выработали при этом очень сильно, тем самым усилив свой геном, свой флот, от миллиарда и миллиардов болезней, которые на них насылал сам Нургал. Круто. Вот такая вот бесконечная эволюционная гонка, как крысиные бега, может, помнишь фильм такой был? Угу. Вот тут то же самое. И кроме очевидного направления, чтобы покушать хаоса немножечко, появляется направление металлических безмозглых убийц с черными черепами, некроны, которым также проявляет интерес тиранид, хотя смотрят на них не с очень большим каким-то аппетитным интересом, но они владеют планетами, которые, возможно, будут полезны в плане биомассы, потому что... Там даже такой момент раскрывается, что одна из гробниц, она на такой джунглевой достаточно планете, и некроны не занимаются тем, что уничтожают все джунгли. Ну, типа, есть и есть джунгли. Просто ну, мы же в гробницах находимся. Но. Да. Ну, то есть, как сами некроны, как еда, для них не очень интересно. Им интереснее планеты. Да, просто так получилось в течение обстоятельств. Плюс, в целом, они могут угрожать вот каким-то вот их планам внутренним. Все войны хаоса практически в Эйдолоне были уничтожены. Все были пожраны. Не осталось ничего. Кроме приближенных Абадона, которые укрепились в своей последней твердыне у Савагара того самого, где находится личная крепость, там дворец, практически наслаждение Абадона, и они намерены дать последний бой всем остальным этим тиранидам. Некрону тоже особо недолго, прошла где-то полторы недели, и вся система у них тоже была отнята. В том числе был повержен лорд династии Неферу Клеорех, остался последний вот Амаркан-сборщик, его владыка Кефрех. Фейрон дает задание как раз таки Амаркану всеми силами задержать тиранидов. И как вот работает это, кстати, интересно у некронов. Понятное дело, у некронов ты генокрадами как-то не заразишь. Я только хотел спросить, да. Они отправляют специальные небольшие споры-маяки, которые основная суть, чтобы просто где-нибудь аккуратненько присосаться. Может, помнишь, в Девастейшене Бала, как Ликтор присосался в своей споре к одному из флагманов, чтобы попасть на бал. Тут по факту то же самое. Спора находит укромное местечко и просто передает вот этот вот пси-сигнал резонации, которые вот идут от разговоров. Ну, типа, она не Ликтора везет, а она именно такой маячок. Да-да-да, это вот чисто именно такой маячок. Фейрон как раз-таки дает задание своему приближенному Амаркану всеми силами задерживать тиранид. А имперцы, в частности, фабрикатор Камбрии, в этот момент связывается с инквизитором Даркхаймером и сообщает ему очень, конечно, важную информацию, что анализ выявил слабое место противника у системы Финрехта. Там нередки плотные бури, которые глушат чувства вот этих вот огромных нервалов, управляющих тиранидов, и ограничивают перемещение вообще, в принципе, роя. Инквизитора радует эта новость, но он-то не понимает от него, что нужно. Ну типа давай, действуй, ты же умный маленький мальчик. Нужны дополнительные корабли Камбрии, и он даже говорит, что типа связь 26-24%, если вы усилите мои войска, это даст нам еще больше успех к победе. И пока наша несмыкающаяся пасть потихоньку движется туда, основные силы пожирателя готовы уничтожить последний оплот хаоса. Видим огромный, конечно же, опять-таки корабль с немигающим глазом, который укоризненно смотрит на этих мерзких ксеносов, которые не испытывают ничего, когда на него смотрят. Им плевать вообще на все это. Какая разница, что, как по факту, какая разница к Хорну, чья кровь льется, а тут тиранидам какая разница, кого пожирать, все равно это ценная биомасса. Все военачальники, верные лорды собрались подле Абадона, но каждый умирает постепенно, один за другим. Военачальник Карас, как было описано потом, был проглочен вместе со своим кораблем, полностью переварен. Корабль Зактаана был перекусан пополам за один заход одним из огромных кораблей тиранидов. Аккорда уничтожен псивоплем, и, как описывается, его голова, мозг и глаза просто буквально вытекли на его троне, после чего он остался медленно сидеть таким немигающим трупом, уже без глаз, соответственно. Скирак надеялся победить всех новым вот этим вот вирусом, которого он разработал, но поскольку мы поглощали уже планету Нургла, он видит, что вообще никакого эффекта не производит, и последнее, что он чувствует перед своей кончиной, это огромный страх, который навис перед ним. Это отчаяние, которое подарил ему дедушка Нургл перед его смертью. Сам флагман, мстительный дух, вступает наконец-таки в бой, на котором находится командующий Цевос, который руководит всем этим, а в зале сидит Абадон на своем вот этом красивом черном троне. Тираниды решили поступить немного иначе во всем этом. Они воткнулись в эту Глориану со всех сторон разными биокораблями, прогрызли дырки в обшивке и стали исторгать полчища врага в итоге. Корабли нагаунтов, воинов, корнифексов, ликторов, тиранов, ульев. Забыл, вот у них, знаешь, этот огромный, который с четырьмя мечами, у каждого меча, который глазки есть, он не тиранофекс, а типа тирануля, только огромный, такой с четырьмя клинками. Ну, я понял, как это. И буквально за 20 минут флагман Абадона превратился в
запустевший корабль, на котором не осталось ничего, остался только он и его приспешник, который на мостике дают последний бой тиранидам, разрубает воинов, ликторов, там своим мечом дракниеном забирает их души, которые ничем не пахнут, дракниен не может насытиться всем этим. И он твердит только одно, что он не позволит трутням каким-то его победить после 10 тысяч лет, не сейчас. И это последняя мысль, которая посетила его голову, потому что сейчас. Тирануля пригвоздил его к трону своими четырьмя вот этими когтистыми лапами. И он смотрит в глаза этого тирана Улья. В глазах этого зверя не отражается ничего, кроме бесконечной жажды, бесконечного голода. И происходит мега-кусь. Все, Абаддон умер. Так не стало великого властителя хаоса. И смотрим конец хаоса. The dregs of Abaddon's mighty crusade retreated deeper into warp-blasted space. But there was no escaping the tyranid's rapacity. Меня только одно смущает, а почему Абаддон просто не ушел дальше в Око Ужаса и не забил болт на это? В чем драться-то полез? Видимо, понимал, что как бы все, уже планка упала, такой понимаешь, что типа тут всех сожрали, типа, видимо, нечего ловить в принципе. Ну так тем более надо было драпать тогда. Ох, что эти амбиции. Да. Вот почему тираниды побеждают? Потому что они просто типа такие, ну, блядь, мы плывем вперед и просто едим. Если нам дают пизды, мы плывем в другую сторону. Да. И немного позже, даже буквально пара часов, миры пустоты и гидра Кардатус тоже начинают захватываться, ассимилироваться нашим флотом. Все некроны собираются в свои последние планеты этого огромного темного трона. А имперцы в этот момент во главе с Даркхаммером на флагмане Слепящем Свете и Камбрием на флагмане Доминус Механикус готовы заманивать в ловушку тиранидов. Помощь им оказывает даже коммодор Тиралин в это время. Но плазменные бури, вот это вот все на то, что рассчитывали Механикус, выверенные атаки также опять не могут остановить вот наш этот кулак силы, который все движется и движется вперед. Уничтожаем оба флагмана, а Тиралин командует отступление всех оставшихся сил, потому что сражаться бессмысленно, они в итоге все равно погибнут. Медленно начинаем с самого краешку пожирать как болезнь сектор Агриппина. И Желиман говорит, что не может в принципе допустить и отдает все возможные силы адмиралу Спайру для защиты этого сектора. Потому что опять-таки это огромный сектор и мы потихонечку начинаем его поглощать. Время у них еще есть. На все системные гимнарии откликается капитан Донатос Афаэль из Кровавых Ангелов, которые скоро будут на Агриппину, прибудут на главную планету-кузницу и готовы защищать систему. И пока подкрепления не придут, Скади в лице Спайра, который уже со своим огромным флотом движется скорее-скорее к этой системе. Некроны собираются у огромной станции после всего тех вот событий, которые предшествовали всему этому. И что, со мной... Вот, кстати, единственное, что, знаешь, я подумал. А вот некронам, кстати, с тиранидами воевать меньше всех резона. Знаешь почему? Потому что тираниды пролетели по системе, все сожрали, а некроны потом могут перелететь туда и жить. Да. Ну, типа им-то плевать, там что за планета. Ну, видишь, тут амбиции уже вот этого поехавшего Кефреха, который самый главный у них. Нет, но я к тому, что технически они, по идее, наименее пострадавшая сторона. Да, но тираниды... В этом пожирании. Да, тираниды даже специально для них изобрели в своих внутренних резервуарах такую специальную кислоту, которая намного быстрее разъедает и переваривает некронский металл, что позволяет быстрее их ассимилировать. Интересный, кстати, баг, который я вообще не ожидал встретить. Тут Амаркан, короче, одну фразу на испанском почему-то тебе отвечает. Он говорит «Кому орденис грандеза», что переводится как «Прикажете его великий». Я такой типа «Окей». «Мелодио». Да. Оборонительные платформы, огромная сотрясающая пушка на самой станции, линкоры-могильники. Но разум Улья не просто бездумная тварь, он обладает вот разумом, как раз-таки стратегией, видит все эти мелочи. И мы решаем начать сразу штурмовать темный трон, выслать полчища наземных тиранидов, эти капсулы, корнифексов опять-таки, осадные огромные орудия, биокорабли прям целые, прям вонзаются в эту крепость. Уничтожаем одно за одним из этих осадных орудий, теснить в целом фаланги некронов, зажимаем их. Все вассалы, которые давали клятвы этой династии, откликнулись на зов, и даже самый подлый из их расы, Тразин Бесконечный, прилетел на помощь своей расе. Но это оказывается тоже опять-таки недостаточно, потому что наземные силы уже добрались до главных реакторов станции, и несмотря на повреждения биокораблей, бой этот тираниды тоже выигрывают, и некроны тоже пали. Even the Necrons, master of the galaxy of yore, could not prevail. Those that did not retreat beyond this meager dimension were destroyed.
Все прочие уничтожены, как думает разум Ули. И остался только один враг в секторе, которого мы видим. Это люди. Им называют себя Империум. Но опять-таки, потому что разум же Ули получает информацию от генокрадов, типа то, что, а вот, это у них какая-то внутренняя структура, бла-бла-бла. Над миром кузницы завис огромный флот кровавых ангелов под управлением командора Цирана и капитана как раз-таки Афаэля. Капитан понимает, что их послали сюда не для того, чтобы выжить, скорее всего, а чтобы дать всем остальным время, чтобы защитить систему Агриппина любой ценой. Ценой, которую, к сожалению, они не смогут заплатить и не смогли этого сделать, потому что находятся другие корабли десантников, которые прибывают в этот сектор. Знаешь, вот это вот, есть точка контакта и... Она гаснет. Как и многие другие точки в этом секторе, они начинают потихоньку гаснуть. Информация обо всем начинает затихать. Сектор потерянный. Остался последний плацдарм, который удерживает имперцы в Агриппине, который ведет прямо к Кадзи. Это система Лилитар, которая напрямую дорогу открывает на Кадианский сектор. И при всех прочем, навигаторы на каждом из кораблей новоприбывших десантников начинают бормочить про холод, клацание когтей, глаз голода и просто умирают от истощения прямо на своих боевых постах. Происходит совет между космодесантниками. Всем докладывает капитан Тень, отжал Салари, тот самый, которого мы уже знаем, и он принял передачу со священного гнева несколькими днями ранее. И они, в принципе, сомневаются, что доберутся до Лилитара вовремя. Это флагман Спайра нынешний. То есть понимают, что они опаздывают, им придется самим удерживать этот плацдарм. Там же находится волчий лорд Кракенадум, который похвалится, что наконец-то по имперскому флоту хватило разума оставить настоящую битву настоящим воинам вроде нас. А глава флота Карахаэль из Темных Ангелов, который тоже присутствует на совете, не разделяет эту радость и понимает, что им придется сражаться в меньшинстве. Кракенадум, конечно же, пытается разрядить обстановку, отпускает шутки, что во имя всеотца темный ангел заговорил о верности, воистину настали удивительные дни, мои братья. И проходит где-то 2-3 дня, все эти данные все больше и больше, мигают, эта тень приближается, и первые биокорабли Ульи уже входят в систему Лилитара. Огромное количество разных классов кораблей. И несмотря на все это, они будут именно космодесантники в этот день. Все они братья, будут сражаться как один, поддерживая друг друга. Но даже сил Ворона, Волка и Первого Ангела, конечно же, не хватает, чтобы остановить Великий Голод, который движет тиранидами. И он лишь слегка задержал их. Пока они это все делали, прибывает Спайр, он видит уже лишь переваренные, обглоданные останки их боевых барж, и никого из них, конечно же, уже нет. И одна еще точка снова гаснет на огромные карте, и вот на всем этом огромном секторальном карте остался только один сектор, который хоть что-то, это Кадзи. Все остальные уже пожраны, новосеньких нет, полная безмозглая тьма. Лейтенант Драсус из ультрамаринов, мы наблюдаем, как он в своем боевом доспехе, он примарис, лейтенант ультрамаринов, пытается запеленговать хоть что-то в ближайших секторах, но никаких вестей ни от кого нету. Лорд Регент, Желиман, обращается ко всему сектору, как их брат в этот момент, что мы поклялись защищать Империум, что наши дома разрушил Великий Пожиратель. И они перебили уже миллиарды и миллиарды тех, но они и за нами скоро придут. И меня не было здесь в прошлый раз, когда случился... И говорит, не будет и в этот Янатеру, всем пока. Когда случились руины. Ну, то есть Гэзеринг Шторм, он имеет в виду, что его не было. Но сейчас я с вами. Моя сила обращена на вашу защиту. И укрепитесь духом, сыновья и дочери Империума Человечества. Грядет день великого испытания. И Пожиратель, правда, не заставил себя долго ждать. Прошло 2 недели, пока тираниды летели до Кадианского сектора. Они никуда не торопились. Они знали, что они прибудут туда и, скорее всего... Там уже стол накрыт. Да. Последняя точка, которая осталась для Пожирателя, это Кадия. Центр всего этого. И здесь все решится. Желиман сидит на своем троне, на командном мостике, окованный... Естественно, золотом, этот его ореол, боевой шлем с лавровым венком. Он смотрит на все это и думает, как же, сука, все это иронично, что Кадия была всегда осью человеческой судьбы, что здесь мы защищались от хаоса, и здесь мы сейчас защищаемся от великого пожирателя, от тиранидов. При этом нередкие радиационные бури начинаются в этом секторе, потому что мы уже помним, что Кадия развалилась, там вот эти все аномалии проступают. Даже великий биокорабль древних пришел уже на этот великий пир, который просто откусывает половину Глориана через какое-то время. Прошло 2 часа боя. Кусок от Глорианы, все. Он его... такой, типа... А там, причем, очень интересный момент. После этого, ну, Желиман, естественно, погибает, проигрывает, уничтожается его линкор.
капитан Трасилиус, который был его заместителем, командует отступление, и все баржи максимально быстро выходят из боя. При этом все, как отмечают потом наблюдатели, которые все это описывали, тираниды очень ироничный враг в этом плане оказался. Они переварили всю Глориану, кроме того лаврового венка, который держал нос этого корабля, оставив его в напоминании тем, кто там был. И смотрим финал ролика всей кампании тиранидов. And so, the 13th Black Crusade ended neither in victory for the Imperium or for Chaos, but with the endless hunger of High Fleet Leviathan. Admiral Spire's fleet, scattered and leaderless, was swiftly consumed. And then there was silence for a time. The galaxy held its breath, hoping that the Leviathan's hunger was at last sated. It did so in vain. Admiral, we're reading signatures exiting Cadian space. Impossible. Nothing survived. Emperor's light, no. The astropath is convulsing. We can't get a hymnal to Terra. Blessed Emperor, get us out of here, all speed. They must be warned. Someone must. Мне больше интересно, а каков на вкус примарх? Я думаю, такой же, как обычный космодесантник. Они в этом плане не отличаются. Просто помесистее немножечко. Да, вот в этом как раз-таки момент, что на самом деле вот тут будет, если не останавливать угрозу тиранид, какая она может быть, что она пожрет все и вся, и она не остановится. И в этом-то как раз-таки и прикол этой фракции, и суть. Что даже если они, допустим, выиграют Вархаммер 40 тысяч и пожрут всю нашу сектору, они же двинутся дальше, потому что Великий Голд никогда не утихает. Факт. Типа мы же не знаем, сколько они там галактик пожрали до того, как сюда прилетели. Да, вообще неизвестно, что они там, и знаешь же, это известная теория, что на самом деле тираниды от чего-то бегут неизведанного, еще более страшного. Ну, вот слушай, такая я вот... не знаю, ну вот что может быть более ебейше монструозное, чем тираниды? Тиктокеры. Они... Земля в безопасности. Нас не пожрут никогда. Все хорошо, друзья мои. Вот такая вот история о тиранидах. Я на самом деле постарался как можно больше ее скрасить, потому что самое время геймплея это тупо вот пожирание одна за одной планет, и чего-то такого прям выдающегося нету, но хотя бы в плане геймплея намного лучше после всех остальных компаний, потому что не надо заморачиваться с обороной предыдущих систем, с вот этими именно, что капитана на все важные задания. Просто такой вот лакшери, поездочка на тиранском огромном поезде. Ну, все равно прикольно. Не часто выдается, в принципе, за тиранидов у нас поиграть. Я не помню, я вообще не знаю, типа где только в этом. Во втором довике, по-моему, есть за тиранидов немножечко. Да, их добавили вот во второй довик. Получается, весь довик, все дополнения к нему можно там. То есть House Rising и Retribution. Ну да-да-да. Да и в принципе все. Больше за тиранидов ты нигде не поиграешь. Так что, ну, нормально, прикольно, весело, задорно. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. А скоро мы переступим к очень интересному персонажу, как Малос Врикан. И для тебя тоже маленькая затравочка. Он выглядит один в один, как Танос в внешности. Да, и... потому что осталась еще одна компания, которую нужно разобрать, а именно компания за Хавас. Хавас. Посмотрим, что у нас там будет с хаоситами, но уже немножечко попозже. С вами были The Station. Отче, Владиславу, спасибо за увлекательный экскурс в мир тиранидов. И до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш сайт, где вы сможете найти несколько сотен видео на любой вкус. От былинных сказов до репортов по различным варгеймам. А еще не забудьте подписаться на наш второй канал, на котором выходят обзоры новых фильмов, летсплей настольных игр и игростримы. Ссылки в описании, подпишись сам и приводи друзей.